Я только что чуть не профукал полностью весь момент выпуска видео. Очень сейчас темнеет, я вам в каждом видео говорю, потому что, прям знаете, лето привык, что в 8-9 темнеет, сейчас начинает темнеть в начале уже, в начале 8, то есть 7-10, 7-15, и еще не привык к тому ритму. К сожалению, зимой везде в 4 темнеет, и это очень обидно. Кстати, надо будет что-то придумать с лампами или вообще с фонариками, знаете, включать, например, 3 фонарика, чтобы было хорошо видно. Я, кстати, понял, как настраивать так, чтобы лампа, когда светит, была нормально, то есть не была желтая картинка, но я вам потом, если захотите, объясню. Так вот, я сначала посмотрел фильм, не досмотрел, потому что понял, уже темнеет. Еще не сильно темнело, я такой подумал: о, круто, пойду как раз видео нормально сниму. Выхожу, начинаю говорить первых 3 слова, выставил кадр. Кадр, кстати, был лучше, чем этот. И все, просто камера села, говорит: все, я больше не могу. Просто сама камера вырубилась, это когда у нее батарейка в ноль. Я пошел, ее позаряжал, и то я вам вообще нервничал, что мне придется вот так вот через фонарик себя снимать, потому что вообще ужас был бы. Будет уже даже через минут 10, потому что темнота темнющая. Чуть не пропустил видео из-за фильма, поэтому давайте о фильмах и поговорим. Еще примерно, не знаю, полгода назад, год, вы могли просто... Вышел фильм, и через 2 недели, когда заканчивается во всех странах премьера в кинотеатре, просто не знаю, или это автора выгружают, или обычные пользователи сгружают пиратский контент, и ты мог зайти посмотреть любой фильм. Сейчас почему-то не так. 1 июня вышел фильм «Спасатели Малибу». Я, кстати, его скачал, но так и не посмотрел. 1 июня, то есть вы заметьте, 3,5 месяца назад. И только 27 августа, через 2 месяца и 27 дней, то есть, ну, можно округлить до 3, вышел официально видео, которое я могу посмотреть. И даже непонятно, официально это или нет, потому что качал я через торрент, в принципе, как и все из вас делают. Это неудобно, потому что раньше, просто 2 недели прошло, уже куча, даже через первую неделю ты можешь что-то снятое с камеры нормально сейчас, или за контентом стали следить, или я не знаю, просто я, когда искал «Спасатели Малибу», потому что я на них не пошел, и решил пиратку посмотреть. Я вообще искал где-то в июле, где-то в середине июля. Я зашел на сайт, и там везде извлечено по просьбе правообладателя, то есть автора фильма не хотел, чтобы его смотрели. Я не досмотрел фильм «Фантастические твари и где они обитают». Вообще, ну, такой среднячок фильм, но, во-первых, по книге, книгу написала автор Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера». «Гарри Поттер» мне очень нравился, и фильм, и книги, все книги перечитал. И, ну, фильм нормальный, сгодится один раз посмотреть. Я его не досмотрел, и тоже, я его вообще гуглил, кто знает когда, и вышел, то есть он в свободном доступе, чтобы его скачать и посмотреть на телеке в нормальном качестве, не снятую через камеру, записи экрана, надо ждать кучу месяцев. Я много фильмов так смотрел, например, новый фильм «Человек-паук», например, вышел, ну типа, стало интересно посмотреть. Я загуглил, как только он вышел, ничего, нельзя скачать, в итоге через месяц после выхода кто-то все-таки сумел записать на камеру, и я еще не знаю, может, ту ссылку удалили, где я скачивал этот фильм, потому что везде правообладателями, понятно, каким правилам, сейчас блокируется это резко. Правообладатели, авторы фильмов взбудоражились, и я спустя месяц только нашел какую-то вот запись камеры в кинотеатре, она была неплохая, поэтому я ее и посмотрел, а так сам фильм, ну я не знаю, сам фильм через 2 месяца, наверное, выйдет. Неудобно на самом деле, и я не могу понять причину, почему они это делают. То есть, смотрите, пиратка, она повышает спрос на фильм, она повышает популярность фильма, по-любому, как ни крути, миллионы, даже может миллиард просмотров пиратского видео за определенный промежуток времени делает фильму очень большую репутацию. И, возможно, потом на продолжении франшизы люди пойдут посмотрят это в кинотеатре, вторую, третью часть или четвертую. Как с «Форсажем». Некоторые, может, смотрели первый «Форсаж» в пиратской версии, а потом решили на вторую, третью, и до сих пор до 9 части ходят в кинотеатр на «Форсаж», потому что многим нравится, но я не исключение, мне тоже нравится «Форсаж». Так вот,
А что они получают, когда блокируют? Возможно, они хотят выручить деньги с онлайн-ресурсов. Ну, например, все равно они теряют популярность видео. Они заработают не столь большую сумму, как бы они заработали, если бы смотрели в будущее. Но это мое мнение. Там, кажется, сидят умные люди, они знают, что делать. Но я не думаю, что это увеличило прям сильно доходы по сравнению с доходом с премьер в кинотеатре. Но, возможно, возможно.